Обеспечение безопасности жителей во время проведения Дня Щелково обсудили на очередном заседании антитеррористической комиссии. Основные мероприятия Дня города в этом году состоятся в последнюю субботу месяца, 26 августа. Они будут проходить на нескольких площадках, главная из которых – площадь Ленина. О том, каким будет этот праздничный день, рассказала начальник отдела по работе с учреждениями Комитета по культуре и туризму администрации округа Татьяна Пенькова. Парки культурного отдыха программы с 12 до 19. Там, ну, как обычно, размещены различные анимационные локации, фотозоны, точки питания, торговой еды и концертная программа на сценической площадке. В рамках концерта пройдет торжественное награждение активных почетных граждан округа и проект областной, который проводит Министерство культуры, это «На одной волне». Площадки парка. Программа завершится, как я говорила, в 19:00. Площадь Ленина. Мероприятие начнется с 17 и закончится в 22 часа. На комиссии также шла речь о мерах безопасности, которые будут с особой тщательностью соблюдаться в День знаний 1 сентября. Отмечалось, что системы безопасности в школах подготовлены к началу учебного года. В большинстве образовательных организаций были проведены мероприятия по установке охраны и сигнализации на средства, выделенные в рамках муниципальной программы безопасности, обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения. На заседании комиссии обсуждались мероприятия по усилению защищенности объектов 3 сентября, когда в стране будут отмечать День солидарности в борьбе с терроризмом. Также шла речь о подготовке к единому дню голосования. Обеспечение безопасности во время массовых мероприятий будет находиться на особом контроле. Все городские службы будут работать в усиленном режиме. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.